быть рядом. Итак, ну, прежде чем мы начнем награждение, я думаю, мы все с радостью поблагодарим наших судей. Я напомню, что ринги у нас сегодня судили. Лизет, Марилис Деланшет, Бельгия. Светлана Пономарева, Россия. Светлана Иванова, Россия. Вчера с нами был Джон Черри, он сегодня судит CFA. Из Нидерландов, я думаю, многие благодарны пойнтами, полученными у него в ринге. Ну и еще с нами сегодня была Надежда Румянцева. Она сегодня судила бритые конгрессы и вышла по другим системам оставаться с животными. Не могу не представить нашу команду клерков. Пожалуйста, я прошу в ринг наш мастер-клерк Полину Горенко. Спасибо тебе большое за помощь. Наши клерки, Лена Кузина. Выходите, девочки. Клерки у нас были девочки. А что тут сейчас? Лена. А это что-то рождение топ. Ирина Кудрявцева. Наташа Кухалкина. Где она? Убежала. Юрий Щеглина, присоединяйся к нам. От всей души поздравляем тебя, благодарим. Ну и, собственно говоря, у нас выставка не была бы возможна без наших господи, Юлия Ковалева, ты что же у нас крепковала вчера? Извини, ради бога, я тебя не увидел. Конечно, наша выставка была невозможна без наших стюардов. Им огромное спасибо. Владимир Зайцев, Максим Горзилин. Один день Наташа Кухалкина, другим Юлия Романова. Ну и, собственно говоря, теперь самое главное. Наши победители. С тобой классно что? Здесь была битва. Битва, настоящая битва, развернулась в этом классе. И я поздравляю с третьим местом, Бестов Бестри, Люда. Ориентального кота Лаги Тикет Джубаска. Пять финалов. 320 баллов в финалах рингов. Прошу сюда. Итак, напоминаю, 320 пунктов. От всей души поздравляю. Второй лучший кастрат с результатом 340 пунктов, то есть всего на 20 баллов больше. Экзотический короткошерстный кот Джеймстоун Оскар Ру, владелец Владимир Зайцев, Наталья Малова. Собственно, это и есть владелец. Ну и лучшим кастратом с результатом 380 баллов в финалах элитов сибирский Винсент Снежная Магия, владелец Шершова.
the best filter in the morning, 2 days. И именно этот код будет представлять класс кастратов от нашей системы по центральной сцене. Будет соревноваться за звание обладателя при... ...380 баллов. Ну, давайте сохраним интригу класса котят, где тоже была битва. И все шли в Ноздрав Ноздрю. И начнем с взрослых животных. Третье место среди взрослых животных с результатом 240 баллов достается номеру 527. Это британский короткошерстный кот Честер, владелец Резаптора. Поздравляю вас от всей души. Удачи в косу. Уверен, это не последняя выставка ваша, не последняя победа. Группа поддержки найдется. Итак, если третье место у нас получило 240 баллов, то второе набрало сразу 350. И на втором месте номер 541. Фильм «Спастен Мафт Спейси» владелец Верзилы. От всей души поздравляю вас. Ну и первое место с результатом 380 баллов в финалах рингов, полученных на секундочку всего в 4 финалах. Best of Best Cat. Наши тренеры и животные, которые будут представлять игру на центральной сцене в классе взрослых животных. Курильский бобтейл. Это момент Сейс энд Шоус, владелец Харченко. И мы просим Светлану Иванову, которая это животное выиграла, наградить победителя. Итак, это был класс взрослых животных. Ну и в завершение котята. Я поздравляю с третьим местом. Номер 457. Еще один сфинкс. Best of Mask. Оливка. Владелец Верзилы. Два раза питомник отметился в финалах. Во взрослых котятах. Вот что значит стабильность. Кубок достаточно большой. Не надо. Поздравляю вас с этой. Второе место достается номеру
434. Это апельсинский котенок Рэгтайм Макларен. Владелец Аюпова. Окон полиц. Формула 1. Родился по финалу. Ну что ж, а в завершение я хочу поблагодарить всех участников Мегафон.ру за то, что вы были эти два дня вместе с нами. Всех поздравляю с победами, с титулами, многие животные в Чили. И желаю удачи на выставке всех систем, кто участвует в Мегафон.ру в нашем городе. До встречи на новых выставках Мегафон.ру и ждем вашей поддержки на нашем прошлом гран-при. Спасибо. Вот, 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 вот.